Ребят, всем привет! Сейчас коротенькое видео, прям буквально короткое, о том, как я похудел. Ну, те, кто меня знает, кто со мной общается воочию, эти люди, ну, наверное, и вживую подтвердят сам эффект. Те, кто не знает, ну, остается только верить, ну и, возможно, посмотреть другие мои видосы. Вот. В общем, предыстория такая. Несколько лет назад, буквально года 2,5-3, может, года назад, в силу ряда обстоятельств, я стал меньше двигаться. Ну, понятно, что выходные там как-то проводишь, еще стараешься провести на природе, там куда-то выйти, если получается. Ну, а рабочая неделя — это в основном просиживание. Вот. Учесть тот момент особенности обмена веществ у меня, учесть тот момент, что я люблю покушать, плюс к этому добавим, что не такая уж у меня и сила воли отказаться от вкусной еды. Например, колбаску люблю, еще чего-то там вкусненькое. Вот это все факторы учесть, и получается, что я стал прям реально чувствовать, что лишний вес, он, ну, начинает меня напрягать. Вот идти по такой дороге тяжело. Все водянистое проваливается. В итоге, энное время назад мой вес достигал, ну, где-то 120-125 килограмм. Ну, вот так вот. При моем росте под 1,190 м, в принципе, это, ну, сильно в глаза не бросалось. Вроде бы как. Особенно если одежда такая более-менее просторная. С другой стороны, я сам понимал, что что-то не то. Что происходит что-то не то. Ну и решил немножко похудеть. Я накопил энную сумму денег на фотоаппарат, о котором мечтаю уже кучу лет. И в конечном счете вместо фотика я купил года полтора, наверное, назад беговую дорожку. Сразу скажу, что спорт я не люблю, хотя раньше им занимался, потом бросал. Вот. Купил дорожку, начал на ней заниматься. Первые дни, когда она у меня появилась, я опять понял, что это кошмар. Потому что вот эти все рекламные ролики и всему подобное, как люди бегают, радуются, смеются, это все реклама и маркетинг. Не будете вы смеяться, особенно если у вас лишний вес и организм не подготовлен. Это тяжело, это выматывает, напрягает. Тяжело, короче, это реально. И ходил на ней, и бегал, и огромнейшее желание все это дело было бросить. Но так как сумма была потрачена достаточно хорошая на это дело, я уже просто перед собой, ну, как бы поставил такую задачу, что деньги вложил, значит, они мне с неба не падают, значит, надо заниматься. По факту, 3-4 раза в неделю я бегаю или хожу на ней. Это вот эти все полтора года примерно. Потом приобрел бывшую в употреблении скамью для пресса. Гантельки у меня появились легкие. И купил черенок для топора. Ну, такой не для топора, а для молотка, наверное, больше. Просверлил в середине отверстия, туда пропустил шнур. И к шнуру привязал тоже гантелю. То есть я ее закручиваю руками наверх и вниз. Плюс отжимания еще. И вот это все на протяжении полутора лет. В итоге вот эти 20-25 кг, они ушли. Некоторая одежда стала мне велика, штаны особенно.
Вот хожу в некоторых на работу, и там они прям висят. Но так как люблю и покушать, и все, сильно диету я не соблюдал, потому что мне это тяжело дается, я не могу отказаться от чего-то. Ну и я люблю питаться еще на ночь. То есть как бы это неправильно, я знаю, но люблю. И вот при таком режиме вес у меня держится, ну где-то в лучшие моменты за эти полтора года у меня один раз до 90 килограмм доходило. Ну а так 90-100 кг, центнер, вот так вот. Но я лучше стал себя чувствовать. За это время занятия на дорожке, вот эти отжимания всякие, все остальное, пешие прогулки тоже, они вошли в ритм, в необходимость. Это уже режим появился. Спорт я так и не полюбил. Вот эти всякие там диеты и все остальное, тоже скажу вам, так и не научился. И хочу отметить, что процесс, вот так, чтобы похудеть, это очень тяжело. Без какого-то напряга, без собственных усилий, без работы над собой, через «не хочу». Вот оно реально бесит прям порой, выбешивает. А надо. Ничего, ребят, не получится. Вот эти все вот сказки там, все остальное. Конечно, если у вас у кого-то сила воли огромная, можно там как-то рацион свой поменять, все. Но нормальная смена рациона, она требует и специфических продуктов, и нормального такого бюджета, что тоже далеко не всем по карману. Ну, мне тоже как бы не особо по карману. Я прекрасно знаю, что и как нужно кушать, чтобы было и вкусно, и объемно, но менее калорийно. Но это стоит других денег. Позволить многого я себе не могу. Вот. А в остальном работа над собой, вот спорт, бег постоянный, вот движуха, нагрузки. Бесит все это. Да вообще. Но вот зато вроде как немножко стал выглядеть по-другому. Выносливости чуть-чуть больше стало. Вес лишний убрал. Кстати, сустав у меня вот тазобедренный. Раньше болел часто. Сейчас болит меньше. И колено болело. Сейчас тоже меньше болит. Наверное, стал полегче. Нагрузка меньше пошла вот из-за этого. Вот то есть как-то вот так, ребят. Вот так похудел. И когда мне вот сейчас говорят, там разные сказки рассказывают, что там или что-то невозможно, или там еще чего-то. Я на себе вот это прошел, и я знаю, что пока не начнешь себя в чем-то конкретно ограничивать и себя напрягать, чтобы чего-то достичь, ничего не будет вообще в принципе. При этом я понимаю, что стоит сейчас остановиться, прекратить там бегать или еще чего-то. Порой у меня такое желание возникает. Думаю, ну ладно, денек пропущу, а потом наверстаю. Нет, я стараюсь не пропускать. Потому что стоит пропустить все. Эти граммы, углеводы, жиры, они начинают снова накапливаться. Лень какая-то. Она и сейчас у меня лень есть. Ничего не охота с этим спортом. Вот. Но стоит вот так дать себе слабинку такую, все. Потом придется все по новой. Вот такие дела. Просто так ничего не бывает. И только работа над собой. Но я говорю, у кого сила воли есть, тем будет полегче и попроще. Вот такие дела. Вот я сейчас иду. Какая-то дорога, видите, вот все в лужах, снег проваливается. Все сыро. Но это прогулка. Это прогулочка. Пройтись надо, ноги подразмять. Надеюсь, вам история понравилась и для кого-то будет это дело полезно.